Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас четверг, а значит обновление на NextRP. Ну а перед началом ролика, как всегда, не забывайте меня поддерживать, это поставить лайк, комментарий, ну и подписка на канал. Ну а мы переходим к ролику. Итак, с прекрасной леди сегодня мы стоим, поэтому нажимаем F1, обновление 16.06.2022 года, это у нас не глобальное обновление. Новые кейсы, переработка лидеров. Ага, что это у нас, выбор лидера теперь? Теперь, короче, у нас не как у мэрии с помощью выбора, а как раньше через собеседование лидеры, как они обещали. Рейтинги убрали, это хорошо. В принципе, это хорошая новость. Автомобиль попал на страшноянку, спасибо. Так, Volkswagen Arteon, немецкий седан бизнес-класса, впервые продажи. Нормально, новый контент. А, и все? Это все обновление? Понял. Ну ладно, зайдем сюда. Что у нас? Квадроцикл получается. BMW M6. BMW 15 миллионов, если можно купить ее за 9 донатов. Странно. Таутара. Здесь за 7 донатов вообще. Вот новый Фольц получается. Вот такой вот. 265. Максималка у него получается. Какого класса он? Класса D. В принципе, нормально. X5. О, Скуби-Ду. Блин, только была тачка, вот из которой у них, а не этот долбанный буханка. Лодер транспорта. 2000 неплохо. Типа 3x этого. 14 дней приемки и слот еще. Можно взять. Фейк такси. Скины, броник, кибершилет, бродяга, бабник. Ясно. Что у нас по кейсам? Персональные рекомендации удаляются каждый день. Так что у нас маленько, что? Для меня кейсики достаточно. Хардбас, Дубай, Снежный и Платина. Что у нас здесь? Угу. Ну, понятно, короче. Гарантированный вот есть на платине, да? Да, на платине есть гарантированный. Понял. Так, бесплатно и понятно, ничего интересного. Уникальное предложение. Мы смотрели уже, получается, оружие. Next Pass у нас все то же самое. И ничего нового. Состязание через 11, задачи, да? Магазин то же самое. Ну, блин, это вся обнова? Обновление. Ну да, это все обнова получается. Ну, в принципе, это не глобальная обнова. Ну, конечно, я думаю, сегодня добавят это слив, утилизацию получается таких скинов, не скинов, а этих, ну, очков, очков, аксессуары, во. Но их не добавили, странно. Зато кейсы добавили. Ну что, вот такая у нас получилась обнова. Ты мне не помогла, то есть обнова херня. Поэтому... Не забывайте меня поддерживать, то есть ставим лайкусики, подписываться на канал и всем пока-пока.